Всем добрый день, меня зовут Засыпкин Михаил, я являюсь экспертом по испытаниям компании Сингента. В данный момент я нахожусь на поле озимой пшеницы, агроцентр Самара. Сегодня у нас 16 декабря, и впервые, я даже не помню за сколько лет, у нас нету снега вообще. На данном поле мы фоново производили обработку препаратом Элентур. Сейчас я вам покажу, какой эффект нам дал. То есть вот у нас ботяк полевой, то есть все высох полностью, уничтожен. Также вот также у нас есть осот полевой, тоже полностью уничтожен. То есть хочу сказать, что препарат Элентур показал свои действия, и осотовые, по крайней мере, где вот сейчас их видно, все уничтожены. Всем спасибо.